Судьба проектов, которые реализуются на территории Ивановской области, под личным контролем губернатора. В пятницу в правительстве на утверждение два проекта. Развитие торговли в регионе, в том числе дистанционной, то есть приобретение продуктов питания через интернет. Во втором речь о стратегии развития строительной отрасли на долгосрочную перспективу, а именно до 2030 года. В числе пока только предлагаемых инициатив сопровождение молодых инвалидов от получения ими профессионального образования до трудоустройства. Особое внимание заострили на проекте строительства школы в Каминском. Профильный департамент доложил губернатору, с подготовкой проектно-сметной документации запоздали на месяц. Немного отсрочили стройку века, проработка новых требований пожарной безопасности и требований о доступной среде для инвалидов. Сейчас движение идет, задержек как таковых нет, работы потихоньку начинаются. Школа демонтирована, Павел Алексеевич, но контракт сейчас должен заключиться быть 15 сентября, насколько глава доложил.